Все можна? Да. Альберте Георгійовичу, перші враження від сьогоднішнього такого, ну можна сказати, такого нервового і драматичного поєдинку? Ну, я в першу чергу хочу поблагодарити ребят, тих, хто сьогодні грав, і тих, хто не змог по різним причинам присутствувати на ігрі за проведений сезон. Да, он получился неоднозначный, но получился интересный, тяжелый с моральной и с физической точки зрения. Но самое главное, что ребята прогрессировали и старались играть в футбол. А по сегодняшней игре, ну да. Кстати, мы играем с командой первой лиги. Вот, и я не думаю, что там будут сильные изменения состава, потому что команда сбалансирована, очень хорошая, и лидеры хорошие, и молодежь хорошая. Вот, и дали достойный отпор сыграть ничью с такой командой. Ну, это дорого стоит. Ну, сьогодні які емоції в хлопців були в перерві? Тому що видали хороший перший тайм, а до пропущеного гола взагалі у суперників нічого не було. А в нас було три моменти, яких мали забивати голи. Ну, от якщо ви замітили, в початку чемпіонату і в початку другого кругу, якщо ми пропускали гол, то опускали руки і ну, психологически где-то теряли какую-то концентрацию и, ну, вот как вы говорите, правильно опускали руки. Сейчас же, наоборот, этот гол где-то подстегнул, они продолжали гнуть свою линию. И, я считаю, показали довольно-таки неплохой футбол. Что далее в планах у этих молодых хлопцев и у вас? Я надеюсь, что большинство из них будет подключаться в первую команду, а по второй команде, ну, я не знаю, я думаю, что будет встреча с инвесторами, и они уже определят судьбу этой команды. Загалом, сезон, так, 12-13 місце у нас сьогодні там були на волоску, Нива все-таки зіграла свою роль, і ми посіли, ну, хоча б не незаслужене 13 місце, а 12-те. Загалом, сезоном і виступом першим, напевно, в 90% цих хлопців серед дядьків задоволені? Да, я еще раз повторюсь, что большая группа ребят прогрессирует. И, например, тот же Саша Чернов и Богдан Кобзарь, которые начинали играть в этом круге, во втором круге в основном составе у нас, они сейчас перешли в первую команду, и тренера на них рассчитывают. Вот. Также я тоже считаю, наши футболисты, там, Саша Мартынюк, Артур Рябов, которые сейчас являются лидерами первой команды, прошли хорошую школу здесь и прибавляли именно здесь в своих там физических, технических, тактических действиях.